Привет, друзья! С вами Рашин Анидзука. И мы продолжаем играть в игру «Боевые кости». Как думаете, с дядей Роландом можно что-то сделать, чтобы он стал как раньше? Заставочку мы уже посмотрели в предыдущем выпуске, так что я ее, наверное, пропущу. Какие-то уроды появились. Амулет поглощает жизненную силу освобожденных скелетов. Отлично. О, нифига себе, что-то он не помер. Итак, друзья, что хочу сказать. Так, что у нас тут? Держите контроллер движения на уровне груди. Удерживайте кнопку Move и кнопку T. Ого, новые свойства амулета. Магия амулета превращает обычные стрелы... Блин, не успел прочитать. Ну чё? Светящиеся стрелы? Ну-ка, меч ещё. Меч стал мощнее бить. Так, о чем? Прошлые летсплеи были записаны неделю назад. И хочу сказать, что какое-то время у меня болели мышцы спины. То есть с непривычки. Сейчас вроде все нормально, нормализовалось. Теперь можно продолжить прохождение. Если, конечно, играть регулярно, то ничего болеть не будет. Это вот все от непривычки происходит. Так. Не успел. Как у всего тут разбросано, что. Надо собирать, успевать. Сейчас там меня запыляет, это скелет какая. А, взрывчатка была. Так, о, тут даже можно выбрать, куда пойти. Нифига себе. Там стадии строительства. Поставки. Вот эти. Ну пойдем туда направо. Ну, вот на башке там светится. Свечку сожжет. Быстрее взорвать бы это дело. Успел. Так, крутим ручку. Ага, еще не дают поднять. Вот прям точно готов вам. Там по жизни на лифте едешь, не начинают всякие твари выскакивать посреди пути. Помешать вам. Погнали дальше. Надо будет где-то найти, у меня еще были утяжелители для рук. В следующий раз приходить, чтобы эффект больше был, нагрузок больше было. Так, что мы там встали? Это что такое? Бочка кидается. На тебе! Стой! А тут бородач. А тебе куда против меня? Так вот. Так, пока этот хер бочку не сплюнул. Блин. Так недолго и помереть. Как там выпить? Ай! Становится сложнее и сложнее. Блин! Ух ты! Черт, успеть бы зелье выпить. Давай. Фу.
Укрытие! Укрытие мы собьем. Это первым кино. Так что первым сюда я не он. Ящики, ящики. Не успеваю. Ого. Бочку вообще, походу, не сбить. Ой, ёлки-палки. Так, ну давай, давай. Звёздочка, ну попадай. Есть. Да еще чего. Иди сюда. О, смотри, как отбивается все-таки щитом. Вот и выход. На свежий воздух. Не останавливайся. Перед нами еще большая часть пути. Конвейер движется слишком быстро. Не могу взобраться. Да. Ого. Похоже, ты прав. Поднапрячься, чувствую. Значит, найдем другой способ. Давай-ка подпрыгни. Ух ты, свободное место. Так, а что они хотят? Избегать ловушек? Как? Ага. Быстрее. Вафли. Ай, вниз. Вниз. Есть. Фу. Пронесло. Как это он сюда влез? Ну, по кольцу, наверное, надо прыгать. У засранца. Давай, кидайся. Стрелок, фига. Сюда, братки, ко мне! Итак, кто у нас тут самый смелый? Горе стрелки. Отлично. Иди сюда. Ух ты. Намазал. А чёрт. Еще один. Что ж такое, далековато они должны стали находиться. Так, значит, трюк используем. А там внизу светится. А где нафиг, не мешайся. Ой. А что с жизнями? Странно. Почему-то не работает. Ты там еще меня стрелял. Давай, браток, покажись. А, только теперь нужно попадать сюда. А, крюком еще на куче. Так, как там крюк? А почему ты меня достаешь не крюк, а звездочки? А, не понял. А, не, нифига, крюком надо на кольца растить. Все понятно.
Ага, щитом. Давай. Ух ты, ёбан. То есть, фу, Руперт, да не, ругательство, меня побили. Оживление. Надеюсь, недалеко начинать. Вроде контрольная точка недавно была. Вот что называется, надо вовремя пить это молоко. Так, стоп, лук. Так, это мы уже знаем. Больше таких ошибок не допускать не будем. А он тут стрелок меня прибил, походу. Убей давай! А, покажи, на что он способен. Ну, кто еще хочет узнать мощь ниндзя-скелета? Ого, это что тут? Надо подождать. А то меня поджарят. А так, я же скелет. Это меня могут поджарить. Отлично! Я бы сказал при вас, вот. Так, что тут происходит? А. Чтобы пропустить... А, золото. Так. Очередные лучники. Ох, тут еще засранец мешает. Как это он сюда? А как вы думали? Да холички! Там же черепушка такая лежит. Ох ты гад! Бочка, бочка, бочка! Еще раз сразу он убежал! Сколько ж у вас здесь, а? Ах ты гад! Ага! Получил! Полагаю, что нужно дернуть за рычаг? О, захнички, вы мне не помеха. Так, тихо. Ой. Собирай. Осторожнее, малыш, впереди сложный участок.
Еще чего не хватало. Ой, блин! Упал в этот путь. Есть. Собираем, собираем, собираем денежки. И молочку. А, пропустил. Мир за стенами. Сразу вижу, какая-то бочка, по-моему, взрывающая стоит. Что он там делает? Так, мир за стенами мы прошли, так что сделаю небольшой перерывчик на 5 минут и продолжим.